Когда мы учились в школе, у нас была традиция, когда у кого-то из класса день рождения, он приглашает одноклассников для празднования этого события к себе домой. И вот случилось день рождения у нашей одноклассницы Маши, и она всех позвала к себе. В назначенный день мы пришли, посидели, посмеялись, досыта наелись, а потом всех детей отделили от взрослых и направили в отдельную комнату, сказав, что нам принесут торт. Мы сели вокруг стола, и чтобы скрасить ожидания сладостей, как всегда без умолку общались друг с другом, смеялись, и вдруг прямо посреди стола просто из ниоткуда появилась девочка в пионерской форме. Это произошло всего на несколько секунд, но я отчетливо помню, что она была прозрачной. Ее ноги как будто входили в стол, но не выходили снизу. Нашему шоку не было предела. Мы все стали дико орать и сбежали от Маши, так и не дождавшись торта. Причем она ушла с нами и потом боялась возвращаться домой. Девочка же появилась всего на несколько секунд и также внезапно исчезла. Так мы и не придумали, что это могло быть. Гость из параллельной вселенной? Призрак? Или массовая галлюцинация? Позже мы рассказали все родителям, но ни один из них нам не поверил.